Надеемся, что герои нашего следующего сюжета не столкнутся с недобросовестными управляющими компаниями. 82 семьи курских военнослужащих внутренних войск обзавелись служебным жильем и теперь подбирают интерьер для новых просторных комнат. На торжественном вручении ключей блюстителем порядка побывала и моя коллега Алина Фурсенко. Трехподъездная кирпичная девятиэтажка по улице Звездный, военный уголок Северо-Запада. В каждой из этих квартир отныне живут люди в погонах. Семья полицейского Вячеслава Дудкина ждала своего угла несколько лет. Снимали однокомнатную, было уже очень-очень-очень тесно. Долго ждали этот дом, долго ждали. И безумно рады, конечно, что нам его дали. Дали прекрасную двухкомнатную квартиру, теперь нам есть где разместиться с ребенком. Капитан внутренних войск Андрей Гордиенко с женой Натальей и малышкой Аней в чужих квартирах прожили более 5 лет. Теперь увлечены подбором мебели для двух просторных комнат. Уже запланировали, уже получили, уже голова кружится о том, что как бы это все обставить, присмотреть все. Надеемся, что все получится уютно и нам будет хорошо. Нравится очень, что здесь детская площадка. Надеемся, что будем здесь жить долго. Пока Аня еще кроха, одна комната будет спальней, другая – гостиной. Дочка подрастет, и ей оборудуют детскую. Вот здесь будет стенка, диван, за вами компьютер, журнальный столик, кресло. Большой ковер для дочки. В будущем военнослужащие, получившие служебные квартиры, смогут их приватизировать, и жилье станет по-настоящему своим. Алина Фурсенко, Антон Суженко, телеканал «7».